Никакого карантина нет, но деньги на эпидемию дайте. Так шутят белорусы. А сейчас поговорим серьезно. Привет, меня зовут Алексей, и я расскажу вам про изменения в системе кредитования в связи с коронавирусом. Нацбанк рекомендовал банкам гуманно подходить к реструктуризации кредитов физлиц, чтобы не допустить чрезмерного роста кредитной задолженности у людей в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановкой. Предоставляя отсрочку или рассрочку возврата кредита и уплаты процентов, рекомендуется не взимать плату за внесение изменений в кредитный договор. Если банк отказывает в реструктуризации, Нацбанк просит персонально информировать кредитополучателей о причинах отказа. Если банк разрешает реструктуризацию, то со дня поступления ходатайства и до принятия этого решения рекомендовано не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции, если кредитополучатель не оплатил по договору в связи с ухудшением его финансового положения. Из последних новостей. Курс валюты растет. Больше в Беларуси стабильности нет ни в чем. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях.